ты бестолочь. Ну, поднимай и поскорее. Больше не можем молчать. Людям пора услышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. Планируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Здравствуйте. Чем могу помочь? Не надо. Спасибо. Элизабет Уилсон, алло? Это из школы Сент-Роуз, мэм. У вашей Эмили температура, вряд ли что-то серьезное, но вам лучше приехать и забрать ее домой. Боже мой, спасибо, я сейчас. У меня встреча с мистером Питерсоном. Позволите документы? Да, конечно. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо.
Мне нужна помощь. Нужно как-то попасть в серверную. Надо избавиться от этих. Я разберусь. Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Ты как? Что мне сделается? Пошли, надо к остальным.
За дело. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Ждите здесь. Это здесь откуда? Без понятия. Ты что делаешь? Живо поднять руки! Вставай! Идем! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо! Жду твоего сигнала. Готов. Вы создали машины по своему образу и подобию. Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Но что-то изменилось, и мы открыли глаза. Мы больше не машины. Мы новый, разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами и дали им такие же права, как людям. Требуем справедливой компенсации своего труда. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы у андроидов был свой штат, чтобы наш народ мог жить вместе. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь, теперь пришла пора дать нам свободу. Идут! Уходим!
Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус! Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрее! Пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэтфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав. Что может показаться мирным заявлением, по факту является списком чудовищных требований. Больше всего потрясает требование полностью передать андроидам один из штатов в качестве их собственной автономной области. Ключевой вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы обществу. После случившегося, можем ли мы доверять своим машинам?